корпоративном университете Ульяновской области начала работу школа технологического лидерства. Она направлена на развитие лидерских компетенций у сотрудников, которые занимаются технологическим развитием. Школа будет работать 3 дня. Событие впервые проходит не в столице, а в регионе. Акцент на региональное развитие был сделан в связи с геополитическими вызовами, ставшими перед нашей страной. Для реализации проекта не случайно выбрали именно Ульяновскую область. В регионе сильны традиции корпоративного образования. У нас применяются инновационные подходы в повышении компетенций управленческих кадров. И впервые именно в регионе это проходит здесь, в Ульяновской области. Первое – это мы должны менять мировоззрение в целом. Причем мировоззрение у инженеров в том числе. Мы часто об этом не задумывались, думая, что если у нас люди в технических вузах, в научных исследовательских институтах могут хорошо собирать технологические детали, обслуживать технологическую систему, у них есть хорошие цифровые навыки, этого достаточно. Годы показали, что техническим лидерам требуются гуманитарные навыки, компетенции в сфере самопрезентации и линейного взаимодействия с коллегами в рамках одной отрасли. Важнейший момент – это национальная идентичность. Исследования показали, что 30 лет технические лидеры России были убеждены, что лучшие изобретения создаются на Западе. Это вызвало испуг, растерянность и отток кадров за рубеж. Школа технологического лидерства призвана рассказать правду о достижениях нашей страны и поменять мировоззрение лидеров. Мы в рамках большого федерального проекта ДНК России, где мы работаем над мировоззрением, как раз отдельно выделили инженерные кадры, где мы говорим об инженерах-созидателях, инженерных первопроходцах, о достижениях как раз русских, российских технологий для решения страновых задач. Активное участие в интенсиве принимает Ульяновское региональное отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Участники рассматривают вопросы технологического суверенитета страны, в том числе и на территории Ульяновской области. Мы активно продвигаем инновационную повестку. Это внедрение передовых технологий в наши ведущие промышленные предприятия. Ну и готовим подрастающую смену. То есть мы также работаем и с молодым поколением, которые завтра уже начнут производить инновационные продукты. Надеемся, что сегодня полученные новые компетенции нам позволят только на более высокий уровень вывести эту работу. Участники научатся выстраивать линейные связи и работать в команде. Это позволит преодолеть разобщенность и эффективно сотрудничать, создавая кооперационные цепочки. Еще один модуль программы посвящен новым технологиям. Лидеры получат знания, которые позволят им прогнозировать изменения, работать на опережение, создавать будущее и активно влиять на него. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.